снова и снова здравствуйте всем нашим болельщикам, всем тем, кто сегодня вместе с нами с самого утра, и всем тем, кто только что зашел на стадион и готов принять участие в следующем матче. Мы каждый матч начинаем с аплодисментов наших зрителей! И начинаем приветствовать судей матча. Внимание, матч судят. Первый судья Евгений Ладоша, Ростов-на-Дону. Второй судья матча Сергей Коралов, город Ейск. И встречайте на площадке команды участницы этого матча. Матч за бронзовые медали чемпионата России 2013 года. На площадке команда «Школа высшего спортивного мастерства», город Санкт-Петербург. Встречайте, игрок, двукратная чемпионка России, обладательница Кубка России 2005 года, чемпионка Европы 2006 года, чемпионка мира среди юниоров до 21 года, участница Олимпийских игр в Пекине, участница этапов мировой серии, чемпионка Украины 2011 года, мастер спорта международного класса Александра Моисеева. И на площадке участница этапов мирового тура Екатерина Сырцева. А также перед вами эта команда выиграла этап чемпионата стран Восточной Европы в Литве в этом сезоне. Встречайте вторую команду на площадке. Игроки волейбольного центра Московской области. Серебряная чемпионка России 2009 года. Неоднократный призер этапов чемпионата России. Участница этапов мирового тура. Светлана Попова. И второй игрок. Двукратная чемпионка России. Серебряный призер 2010 года чемпионата России. Обладательница Кубка России 2009 года. Чемпионка Европы среди юниоров до 23 лет 2008 года. Бронзовый призер мирового тура в 2009 году в Таиланде. Мария Прокопьева. И команда волейбольного центра Московской области в этом сезоне также достигла высокого результата. На этапе мирового тура Гран-слэм в Москве они заняли 9-е место. Итак, две команды на площадке, матч за бронзовые медали. Женские команды, встречайте, аплодируйте, поддерживайте. Мы начинаем.
4. Это начало матча за бронзовые медали. И продолжаем поддерживать, болеть игроков. Поддержите команды! На подаче 8-4. И команда волейбольного центра Московской области Светлана Попова, Мария Прокопьева берут тайм-аут 4-8. И как раз самое время эту паузу посвятить знакомству с нашими болельщиками. Ребята, очень рады видеть вас. Вы приехали на пляжный волейбол. Здравствуйте! А кто мне скажет, вы откуда, ребята, группами? Кисловодск! До разных городов столько! Я думал, это школа Анапы. Есть школьники из Анапы? Нет, это лагеря отдыха, да? Ребята, вы были уже когда-нибудь на больших соревнованиях по пляжному волейболу? Были! Замечательно! Вы у нас опытные болельщики, поэтому приглашаем вас поддержать две команды. И в этом матче, который только что начался, вы его видите, две женские команды ведут борьбу за бронзовые медали чемпионата России. Победившая в этом матче команда становится бронзовыми медалистами чемпионата России 2012. Только объявить нашим вновь прибывшим болельщикам, кто есть кто. Белые топы. Вот команда с мячом. Это команда волейбольного центра Московской области. С мячом на подаче Светлана Попова и ее напарница Мария Прокопьева. Белые топы. Поддерживайте Московскую область. И их соперники в черных топиках. Это команда из Санкт-Петербурга. Пять на подачу Александра Моисеева. Увеличивается отрыв 10-5 на табу. И Александра Моисеева на подаче. Школа высшего спортивного мастерства Санкт-Петербург. Наши опытные болельщики знают, что матч, каждый сет играется до 21 очка. 10-6 на табло, 6-10. Мяч в площадке. 11-6.
Александра Моисеева. 12-7. 8-12. Подача команды волейбольного центра Московской области. Мария Прокопьева. Касание сетки. Касание сетки игроком команды волейбольный центр Московской области и очечка команде соперников 12-9. И в этой паузе технический перерыв. Для вас танцует группа поддержки Sunny Girls. Давайте ладошками поддержим! Наши болельщики должны громче и ярче хлопать в ладоши. И если хочется, то можно танцевать вместе с вами прямо на трибунах. Продолжается игра. Продолжается игра. Пауза была короткая. Мяч площадки с Иваном Поповым. Добрейшие дети. Вот. И уже на табло 10-13 сокращается отрыв. Играется матч. Юра!
Отрыв на табло 18-12. Поддержка команда. Болельщики, ваши аплодисменты прямо на подачу. Две команды на площадке и подача команды из Санкт-Петербурга Александра Моисеева с мячом. Под ваши аплодисменты на подачу. Эй! Александр Моисеев подает. Аут. Аут. 24-15-20. Продолжается эта игра. Смена сторон. Каждые 7 очков команды меняются сторонами. И продолжается эта игра. 15-20. Я напоминаю болельщикам до 21. Давайте поддержим Мария Прокопьева на подаче. Отлично! 16-20! Поддержка болельщиков имеет значение! Эй! И вот так заканчивается первая партия. 21-16 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Александра Моисеева и Екатерина Сырцева. Перерыв будет небольшим, и мы его заполняем музыкальной паузой. Снова танцует группа поддержки. Красивым, загорелым, очаровательным девушкам Sunny Girls. А вот и завершился перерыв. Он всегда короткий, 3 минуты в матчах между партиями. И команды снова выходят на площадку. Ваше внимание на табло 0-0. Мы начинаем второй сет. 1-0 в матче по партиям ведет команда Санкт-Петербурга Александра Моисеева, Екатерина Сырцева. Yeah.
интересно и так красиво. Это все пляжный волейбол. А вы хлопайте, хлопайте в музыку! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! И еще до самой подачи! Громко звучит музыка! Зрителям хорошо и весело! Два удара по ручью! Музыка звучит! И ваши ладошки тоже! Два, раз, один. Два, три, четыре! Два-два. Сейчас забьют. На площадке участвует в этом матче и, впрочем, всегда во всех играх в пляжном волейболе. Мы приветствуем эти команды и на подаче. Светлана Попова, волейбольный центр Московской области. Сетки на подачу Светланы Поповой. Отлично. 6-6.
6-6. Смена сторон, каждые 7 очков команды меняется сторонами. Подача. Восемь семь. Александр Моисеев подает. Восемь восемь. Команда из Ленинграда запросила электрический тайм-аут. Электрический просто тайм-аут. Да, дорогие друзья, 8-10 тайм-аут команды Екатерина Сырцева, Александра Моисеева. И мы продолжаем с вами сегодняшний день финальный. Всем, кто недавно пришел, сообщаем, что сегодня лучшая команда России разыгрывает комплект медалей чемпионата России 2012 года. Сегодня мы завершаем сезон пляжного волейбола. Но пляжный волейбол – это великолепная игра, которой можно заниматься круглый год. Главное, чтобы был песочек и мяч. Добро пожаловать, дорогие друзья, к нам на финал чемпионата России. Сегодня женские команды играют матч за бронзовые медали. Следующий матч также выйдут женские команды, сыграют за золотые медали, а потом еще два матча мужские команды. Поддерживаем, продолжается матч. Неудачно. Заброс. Поля. 10-10. Счет встречи в этой партии. Какие красивые! Сама!
самые главные герои сегодняшнего дня – это, конечно же, спортсмены. Сейчас на этой площадке спортсменки продолжают матч за бронзовые медали. Мария Прокопьева с мячом на подаче. Один союз. Брейк в очко сыграно. Двенадцать, тоже заброс. На подаче Светлана Попова. О, это они уже просекли. Ага. Аут. Продолжается игра. Пляжный волейбол. 13-13 на таблице второй партии. Поддержите дальше! Технический тайм-аут, просто тайм-аут взяла команда Бородко и Поповой. Еще одна пауза тайм-аут команды. На этот раз команды волейбольного центра Московской области Светланы Поповой и Марии Прокопьевой. 13-14. Это второй сет. Итак, дорогие друзья, мы рады видеть всех на трибунах. И надо сказать, что вам повезло. Не каждый день вы бываете на финальных матчах чемпионата России. Тем более посмотреть, как сегодня будут радоваться спортсмены, которые завоюют звание чемпионов России и поднимутся на пьедестал почета. Сегодня у нас еще две игры. Женская вот за бронзовые, которая сейчас идет медали, затем за золотые медали снова. И две игры мужские команды сыграют. Затем состоится церемония награждения победителей и призеров. Болельщики начинают и продолжают. Мария Прокопьева, Светлана Попова! И поддержка команды Санкт-Петербурга Александра Моисеева, Екатерина Сырцева! Площадка! Плюс один!
15. Подожди, Екатерин, сердце. По подаче Марии Браткова. 18. Подается Клан Попова. В этой партии Зима Попова с мячом. А нет? Нет. Мария Прокопьева. Заброс. Точно в линию. 20-19. На подаче Светлана Попова. Да, сетбол для Бородкова и Попова. Дубль 2. Поле. 20-20. Сырцева, Моисеева, и теперь это матчбол! Вместе ваши ладошки на подачу! Эй! Эй! Эй!
Светлана Попова, Мария Прокопьева. Спасибо болельщикам. И снова музыкальная пауза. Такой праздник. Sunny Girls. Yeah.